Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 июля, продолжаю дегустировать томаты. Я даже некоторые названия не знаю, поэтому сижу вот с тетрадочкой. Перед этим была говядина с куста, ананас Нойер, потом этот вот томато. Сейчас будет томат Зарево. К сожалению, видеоролики вот с дегустациями, с этими, вы не сможете посмотреть в один день, потому что одно дело попробовать покушать, сказать несколько слов, это очень быстро, а другое дело загрузить это большое количество по разным сортам видеороликов, так что загружать буду, наверное, целую неделю. Но все равно вы дождетесь, пока вы дождетесь, у вас и свои поспеют. Томат Зарево тоже лежит рядом с томатом Томато, он похож, но немножко другой формы, он повыше. Сейчас попробуем. Вот сейчас только резала вот этот 309 сорт томато. И в таком в неразрезанном виде вот этот Зарево, который номер 359, он на него похож. Он тоже красный, тоже крупноплодный. Но этот томат, он более как бы круглый, как бы похож более на шарообразный. А томато, он немного более приплющенный. Сейчас посмотрим, что в серединке. Но по описанию Зарево тоже похоже на сорт томато. Указано вес 400-граммовый, высота 1,80 до 2, индетерминантный. И вот эти два сорта, вот как я по моим... Я вот прочитала описание, я сразу отметила, что они очень похожи и по цвету плода, и по высоте кустов. Ну вообще, есть же томаты схожие. О. В разрезе он другой немножко. Сейчас я для сравнения вам покажу. Вот в разрезе Зарево он именно красный цвет. Тоже красивый, вот эта снежинка. А в разрезе томато, хотя снаружи у них цвет одинаковый, видите, а томато как с малиновыми разводами. И у томато немножко побольше вес плодов. Я отрежу немножко и попробую. Кстати, смотрите, а по вкусу он более сладкий, чем томато. Хотя томато по внешнему виду, вот по этим, по малиновым разводам, мне почему-то понравился больше, и мне показалось, что он должен быть более сладким. Мякоть очень хорошая такая, зернистая. Прекрасный томатик. Вот этот томат я покупала на сайте, заказывала. Этот томат томату я получила от Ларисы Козловой. Оба томата выращиваю впервые. И так как у меня они в новинках, такого своего какого-то уже определенного мнения я составить о них не могу. Вы понимаете, что еще первые плоды только поспели, только первые кисти и первый год. Мне нужно еще повыращивать их на улице и вообще посмотреть, до какого времени они будут плодоносить. Но пока вот томато и Зарево по внешнему виду похожи. Оба мясистые, на разрезе очень красивые. У томата у меня получилось немножко как кислинка, а Зарево получился, ну, как более сладкий. Все.